Бегом от вирусов. Сейчас, когда очень многие напуганы сообщениями о коронавирусе, в Нижнем Новгороде есть как минимум один человек, который никаких вирусов не боится. Потому что иммунитет укреплен на 100%. Игорь Труханов, предприниматель, ежедневно в любой мороз бегает по улице в одних шортах. Утепляет еще только конечности. На ногах кроссовки, на руках рукавицы, а вот в руках у него еще и утяжелители по 8 килограммов каждый. Подробнее Александр Алешин. Чихать хотел Игорь на все эти вирусы. Сам он много-много лет никакими простудными заболеваниями не болеет вообще. Говорит, весь секрет в его форме. В хорошей физической форме. У вас пар идет. А, да? Ну да, жарко. Нынче что-то жарко сегодня. Вирусы все в голове у нас от страха. Вот слово «боитесь» даже. Оно уже подразумевает, что человек сразу в стойку встает, начинает напрягаться, и вирус его сваливает. Я завидую. Я бы так не смогла. Вы за вирус или против? Бегать нагишом зимой – это как-то очень... Все вирусы пролетают мимо. Вы сколько лет не болели вирусами? Да и не знаю я, не помню. Ну, давно, когда... В прошлом веке. Клюква, мед, лимон, чеснок, лук. Сколько вам лет? Подскажите, пожалуйста. 52. Скоро будет. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо. У вас очень... Я как вам этот психолог-реабилитолог могу сказать, что да, у вас очень хорошая форма. Кайф от жизни. Это самый главный рецепт от вирусов. И надо бежать не в аптеке за повязками марлевыми, а за кроссовками, трусами и бегать. У вас же сменились, я вижу, совсем другие, да? Сколько это весит? Ну, так же примерно. Почему? В районе 8. Все то же самое. Пока не прибавляю. Но я думаю, сейчас опять на новом витке раза в два увеличу. То есть где-то будет по 16. Ничем не заболеет уж точно. Закаляется. Смотрите, какая погода. Да, я его вижу тут всегда. Не первый раз. Правильно. Бегаю от вируса вот каждый день. Приехал даже в деревню. Мне там загрузили, что типа есть установки 5G, и вирус это генетическое какое-то излучение. И думаю, мама, даже до деревни дошло. Там сидят так и боятся. Так себя настроил. Настроение, видимо. То есть человек вот себе задачу поставил и выполнил, и бегает, и все до него удивляются. Ну, он такой и не болеет. А мы, у нас вирусы, мы другие. Средства от вируса, просто в него не верить, да. Пропускать мимо ушей, мимо глаз, пускай дальше идет там. В любую погоду бегает. Я его встретила однажды, вообще минус 20 градусов, он вот в шортах, очень прекрасно, молодец. Всем счастья и здоровья!